Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию, Sigmar Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Приятного вам продолжения просмотра. Газаргаму встретили. Но его я не первым встретил, да? Американец первым. Нет, Теодор, никакого мира. Гильдия ускоренная. Содержание... Так, давайте вот изоляционизм пока отменим. Кстати, первого посла никуда не хочется отправить? Нет, не хочется. Давайте золото от торговых путей пока поставим. Здесь город ставим. Перебрасываем сюда Виктора. Ну, минус 10 это пока Балтимор есть. Как только Балтимор будет, мы заберем, то все. Больше торговых путей. Кампус, театральная площадь. Ну, кампус я здесь поставлю. У Линчопинга здесь будет кампус, у Упсалы здесь. То есть это вот кампус для Линчопинга тут. Поэтому, наверное, промышленную зону давайте сделаем. Блин, мечник идет. Следующим ходом в героический век выходим. Сюда полечиться. Сделаем, наверное, вот так. Блин, варвары. Сволочи. Мне бы гавань открыть. Давайте, наверное, открою гавань, навигацию по звездам. Промышленная зона, кампус. Какой-то Филадельфия, какой-то грустный город. Прямо скажем. И открывайте строителей. Героический век. Тут традиционное берем. Через веру я играть не буду. Ну вот, стреляющие юниты, блин. Это не очень здорово. Так, ну этот вроде не должен захватывать рабочего, поэтому стоим.
Сильно там Хальмстад? А, уже не отваливает. Давайте из Хальмстада тогда отправим караван. Из Хальмстада. Блин, что тут делать с Балтимором? Не, ну двумя лучниками он не убьет. Постоим. А вот если он там построит стену, тогда будет, да, не очень. Блин, что ж тут строить-то? Морских ресурсов нету для обработки. Ладно, древние стены построены. Все еще здесь ходов всех забудешь. А чего у американца так много очков? За кого проголосуем? За какао? Цитрусы. Культурный захват у меня. Блин, надо уходить. Хотя я могу апнуть. Против городских атак. Дальше сюда. Встанем, апнемся. Да, встанем мечником и подходим потихоньку. Так, мне надо население здесь, чтобы было. Я могу покупать строителей за веру. Из Эребру в Стокгольм отправляем. Вот, давайте инсулы поставим. И Амани. Филадельфия. Не, Филадельфия хреновый город. Давайте в Линчопинг. Если я отправлю, Стокгольм уже разграбит. Блин. Варвар, если я в Стокгольм отправлю караван. Вот жопство. А что там за ученый? Ну, тут неизвестный игрок другое возьмет. Хочу... Просто пока нечего строить в Стокгольме. Подождите, я с Иерусалимом в войне? Понятно.
вот и кампус на плюс 6. Это вообще, конечно, охренеть. А вот и Фес. Вот куда мы еще должны поотправлять послов. Отлично, мне там варвары помогают сзади. Стоим. Лучника можно убрать. Сможет атаковать следующим ходом. Ну, мало ли что, отойду. Нет, пока покупать ничего. Магнуса тоже не хочу пока пересаживать. Ладно, тут надо юнит построить, иначе долбаные варвары мне душу измотают просто. Ну а в очередь поставлю исследовательские гранты. Так, пока 6 ходов до союза. Ну, если мне сейчас не больно тут побьют, а может... Вашингтон будет там от варваров отбиваться, тогда Балтимор может этим ходом упасть. Хотя... Видите, проблема, что я только с трех клеток могу его атаковать. Да, ё-моё. Вот зачем... Вот почему не надо было отходить отсюда. Ну, следующим ходом точно упадет. Я что, с Египтом не торгую ничем? Табак на цитрусовые и... Египет предложение. Эти клетки какие-нибудь присоединятся. Чего-то нету. Сейчас. А, вижу. Блин. Иерусалим долбанный. Все долбанное. О, оливки могу. О, маскат, вау. Слушайте, маскат и фес прям. Это крутые ГГшки. Мне надо их. Ну, туда посол, не говорю, там союзить прям, но послов туда надо отправлять. В промышленную зону. Come on.
В Гётеборг я бы Магнуса пересадил, кстати. Тут кучу всего можно вырубить. Денег нету, вот. Нету денег. О, рассинхрон пошел. Рассинхрон. Со всеми оставшимися игроками. Пятьдесят, 78 науки уже у Клеопатры. Но культуры не так много, как у меня. Ну, 78-50 это не, на самом деле не так уж и большая разница. Так, забираем Балтимор. Надоел. Ну, в чем дело? Все, Америки больше нет. Эту клетку отдаем Линчопингу и в очередь ставим кампус сюда на плюс 4. Беру плюс 2 действия, потому что сейчас я за веру буду покупать строителей, а бонус кампус, потому что у меня уже кампусы очень неплохо работают, строятся новые. 6 действий. Короче, пересаживаю Магнуса в Гётеборг. Все, задолбало. Ребят, там ученый висит, Египет, неизвестный игрок. Зрачок. Вы можете ученого взять. Мне не предложили как-то. Ну потому что я одного забрал, а следующий там. Обработан, плантация, плантация. Все еще жду, когда этот тварь отсюда свалит. Что дает? Прости, француз, за наглость, но так надо иначе этому городу хана просто. Ни хрена себе. Вообще-то я эту клетку не покупал, она должна была добавиться. Прости.
Бог простит. Не прощай. Это непростительное движение. Не, ну вот если бы мне так сказал финикийц, то я думаю, мы бы с ним жили бы мирно. Заранее сказал. А не когда он уже это сделал, правильно? Ну да, мог бы попросить, сказать, слушай, у тебя там есть 20 литров, можно я третий возьму. Ну, что-нибудь такое там. Ну, англичанин тоже молча, конечно. Тут можно военный лагерь поставить, чтобы Египет не мог пролезть. Да, ну, это, конечно, интересные места. Так. Ну, что, убился мою лошадь? Варвар. А, все, с Иерусалимом мир, да? Отлично. Следующим ходом купим эту клетку. А что тут открывал? Не успел поставить. Так, мне нужны послы. Давайте сделаем. Но пока плюс 2 влияния. Мне хотя бы 2 посла надо, чтобы отправить в Маскат и Фес. Буранчик, так, где-то Боргу. Ну, наконец-то могу в Стокгольм отправить караван. Так, тут тоже ждем, когда клетку можно будет присоединить. Открываем образование, универы везде бахаем, доводим число послов в Фесе, в Вавилону до 6, кучу науки будет. Боже, линчопинг, ого. Это потому что этим вот был ослаблен. Еще одного посла, кстати, получу. Во, вот теперь можно поставить на первого посла и отправляем Фес и Маскат и еще одного Фес. 86 науки. Да, нормально.
перехода до прибытия Магнуса в Гётеборг. О, серебро сейчас присоединим, кстати. Позакрывать это все, что тут повылазило. Фига мне тут, мне сейчас не надо вырубать ничего. Пойдем ремонтировать. Мачу Пикчу 10 ходов. Ну, кстати, почему и нет? Так, тут меняем обратно на плюс 2 к влиянию, содержание юнитов, новый строитель, все это составляем. Открываем дальше теологию, морскую традицию, наемники и торговая республика. Так, дальше универы строим, где это возможно. Следующим ходом сайт. Плюс один к довольству в городах с центром коммерции. Тоже офигительный. Кстати, бонус. В Стокгольм. Мне дороги надо провести сначала. Конечно, хотелось бы на деньги уже отправлять, но мне нужны дороги. Ну ладно, два хода еще надо ждать. Монумент строим. А, артисты зрачок меня встретить не хотят. Я ничего не услышал, вы там что-то сказали, но я ничего не понял. Я-то хочу, но возможности нет. Я за Египтом, если что. Блин, какие-то серьезные варвары. Универ, маяк, мастерскую, еще один посол, ну пока просто сохраню. Египет. Все, принял. А ты что, союз не вышел? Нет, чё. Ну, я досуюсь за два хода.
Ну, Стоунхендж. Слушай, так вот внутреннее море похоже, да? Надо... Египет, а не хочешь железо купить? Мне надо вот здесь как-то, кстати, вот тут канал сделать. Зачем? На меня есть 4 штуки только. У меня кольца. У меня есть источник у тебя. Две гавани. Ну, одна гавань есть, да? Вот она. Еще одну я строю, 9, тут еще одну 7 ходов. Ну, долговато строится. Вообще в Стокгольме нужна гавань. Через 2 хода можно будет начать чеченицу. Мачу-Пикчу дострою. Чеченица, кстати, может в Вашингтоне нормально будет. Вот можно в Вашингтоне было бы чеченицу. Больно. Пускай заберет этого рабочего. Там сахар и тут сахар. Опять варвар попёрся. Так, все, Магнус приехал. Пока нет, пока держим, не отправляем. Ну, я имею в виду послов. Так, библиотека, универ. Все, тут все понятно. Ну, мне надо каналы. Я даже, видите, я не жду. Сейчас хочу просто каравеллы открыть и апнуть. А где у меня, кстати, вторая? Стоп, а где у меня еще одна? Вот она. Так, 3. Сейчас, 132 науки пошло. Что хочет Вавилон? Какой этот развлекательный комплекс? Ага. Что? 132, 120. Кость с тобой заключать. Давай научно. Ну, чё, не забрали рабочего? Ну, ё-моё.
Так, караванчик надо из Упсалы. Даже строить не буду, видите? Гавань построить или промышленную зону? Промышленную зону решил. Надо все эти всплывающие подсказки все эти поубирать. Нафиг. Еще одна ГГшка военная. Ну опять начали грабить. Блин, мне с этими чуваками надо что-то сделать. Прикольно, паводок дал по две веры с клетки. Блин, вот тут бы Петру построить, кстати. Хорошие клетки для Петры. Вообще чудо тут. Тут еще города можно ставить. Отличный торговец. Так, ну все. Здесь мы все, что могли, вырубили. Может, теперь в Вашингтон пересадить и обойдемся без чеченицы все-таки. А Пингалу в столицу надо, в Стокгольм. Магнус Вашингтон. Да, мне две каравеллы, блин, 180. А я наемников открыл? Открыл. Следующим ходом надо поставить будет 90, и как раз я... Я вот только сейчас обнаружил новый континент. Ну я веду сюда армию, в эту сторону. Так, в Стокгольм отправим. А вон еще ГГшка научная. Вот она. Тут, если американец вообще ничего не исследовал. Он говорит, у нее нету места для расселения. Ну, посмотрите. Я думал, у нее типа все, тут конец. На самом деле, тут мог ставить города и спокойно туда расселяться. Ух ты, целых 10 веры дали. Ничего себе. Я Пингалу прокачаю. На культуру. Ну, 10 культуры лишних не лишними не будут.
Нет, тоже надо промышленную зону. Тут вообще нету производства. Кстати, я тут реально просто вырублю и поставлю промышленную зону. Карточку наемники. Скидка стоимости улучшения юнитов и раз каравелла, два каравелла. А где у нас каналы вообще? Вот, в паровом двигателе, да? Я бы вот открыл каналы на самом деле. Так, что где-то я по науке. По науке я впереди. Правда, просто забыл, зачем ты открыл астрономию. Не совсем понятно зачем. По культуре тоже я впереди. Сколько там ходов осталось? 8. Где там уникальный юнит? Здесь уникальное улучшение. Где уникальное улучшение шведское? Блин, тоже далеко. Ой, нахера я вылез? Вылез под арбалет просто вот. Дебил. Так, Темпло Майор, кстати, как ни странно, будет очень крутым чудом здесь для меня, поэтому мы его строим вот здесь. А, кстати, я Мачу Пикчу закончу, это еще 4 очка будет, да? 67, еще 4 очка мне будет не хватать. Что с великими людьми? Ученый. Кстати, его надо взять обязательно. Гольм отбегал на золото. Куда? В Маскат. Эти проверяем. Из Хальмстада явно не бегает. Караванчик надо. Нет, бегает. Фига себе. Из Балтимора. Из Вашингтона и Балтимора явно. Вот давайте из Вашингтона. Тут купим караван. Государство встретить. Эти монументы. Хотел попросить прощения у Египта и обратить ваше внимание на то, что на карте всего лишь одна религия. И у нас всего 4 цивилизации. Да, это заметно уже. Так, за что прощения мне просить? Ну, может, у тебя там планы были какие-то религиозные, а я вот только тебя подставил. Да нет, не подставил. Ставил, когда ты у него будешь убивать его этих миссионеров. Так, у него религия хорошая, я не против даже такой.
Это все очень даже плачевно. Ух ты, артист меня нашел сразу, кучу всего предложил. Оракул, великая библиотека. У меня довольство в городах приличное. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!